Добрый день. Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, по поводу съезда 11-го, нам как приглашение ждать, мы хотели побыть на съезде. Кувшинов Владимир Захарович. Кувшинов Владимир Захарович. Ну, мы с вами в декабре месяце еще разговаривали, я со Швецовой по вашей рекомендации там создали все, что может. Так вот, меня отобрали или нет, я и спрашиваю. Там кто, кроме меня-то, что... Как нет? Я вот из Петербурга сейчас... А почему не могут? Кто ограничил? Кто ограничил, непонятно. Кем ограничены? Кем ограничены? Ну, жалко очень. Очень жалко. Я ничего не понял, поскольку я считал, что я буду на съезде 11-го. Ну, мало ли, что вы считаете. Нет, ну я могу также про вас сказать, что вы много о себе, мнение большое, чем... Понятно. А я все, всего хорошего. Всего хорошего. Нет, всего плохого. Всего плохого.